Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии закрытия 5-го международного детского кинофестиваля Cinema Kids. Не устанем повторять, в мире существует много кинофестивалей, но такого, как наш, еще не было. Праздничного, веселого, яркого, с наградами и подарками, с торжественным дефиле по красной фестивальной дорожке, с настоящими известными актерами и режиссерами, с мэтрами отечественной и зарубежной киноиндустрии, которые находятся сейчас в зале прямо среди нас. За эти 5 лет мы вместе с вами достигли очень высокого профессионального уровня и наш кинофестиваль, и ваши замечательные видеоработы. Итак, дорогие дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения лауреатов 5-го международного кинофестиваля Cinema Kids. Номинация «Лучший анимационный фильм».